Привет, мои милые! Смотрите, что я сделала! Бог на моей стороне! Я его воин! Да, Александра Феррер. Я директор по кастингу Старшайн. Мы делаем реалити-шоу. Я вам звоню, потому что нас заинтересовало ваше видео. Предлагаю встретиться. Вы мне перезвоните? До скорого. Меня зовут Лиан Пужи, мне 19. Скажи мне, почему ты хочешь сниматься в реалити? Это моя подружка! Расслабься, я стану первой французской Ким Кардашьян. Мы вас развиваем, чтобы вы смогли найти нормальную работу. Телек — это нормальная работа, есть контракты. Не вижу в этом смысла. Я вдохновляю людей. Она зашибает 15 штук за пост. Плохая слава лучше, чем ничего. Я работаю над своим будущим, остальное в руках Бога. Мы с тобой в одной лодке. Я тебя помню. Как дела? Девушка с кастинга? Сначала оденься нормально, выглядишь как Барби. Вот, 50 тысяч меня любят, ясно? Совсем рехнулась. Это мое тело. Пошел нахер, проваливай! Или стану твоим телохранителем. Мне не нужен мужчина для защиты. Что будешь делать, если откажут? Тогда я покончу с собой. Дик.